Привет, вы находитесь на канале Lambda Project. Да, я поменяла название, но название останется то же самое физически. Короче, сегодня будет вторая часть про тачки на прокач. Да, прокачиваю тачку. Прошлое видео вам очень сильно понравилось. Как я видел, там было очень много просмотров, поэтому вторая часть на ваших экранах. Проехали! Сегодняшним претендентом на роль прокачивалки будет, угадайте, кто. Не знаю, по-моему, так либо эта машина называется, либо нет. Кстати, как вы заметили, я тоже ник поменял, поэтому больше не ищите меня под ником Лёха. Я буду под ником Лямбда Проджект. Дай! Я правильно название написал. Вот наш сегодняшний испытуемый. Так. Кстати, у вас... Так. Будем ее прокачивать. Так. Для начала я сделаю защиту для капота. Все это будет пока без комментариев. Вы не представляете, что сейчас только что происходило, какая шишня тут происходила. Случайно зацепишь машину, она выйдет из этих колес. У меня так 10 раз было. И еще претензии к разработчикам таба. Сделайте вы, пожалуйста. Пожалуйста, сделайте коллизию у пропов по размеру пропов. Если что, это чтобы можно было не проходить через машину, нельзя было. Вот это коллизия. А то вот это вот, очень странно выглядит. Угу. Я летаю. Это просто коллизия у машины такая. И тут то же самое. Эта коллизия даже выше, чем сама машина. Короче, разработчики, исправляйте. 3 лайка под этим роликом. Будет вторая часть. Вторая часть моих идей для обновления в ТАП. Почему-то вы не пишете свои идеи, не знаю почему. Короче, я рассказал вам, что мне не нравится. Так, продолжаем. Берем 3 лайка, будет отдельная рубрика на канале. Будет называться «Прокачиваю тачку». Да, просто тачка на прокачку. Была у одного ютубера, я не хочу воровать идею. Название. Так, ну и как вам идея? Ой, точнее, как вам машина? Поехали. Вы были на канале Lambda Project. Всем спасибо за просмотр, пока!